Время прихожу, и вы на меня набрасываетесь. Я не набрасываюсь. Скажите, я как ваша фамилия? Вы для сейчас... того, чтобы получить эту справку, вы должны взять. Я не против. Я не, против, да. Когда скажите мне, кто мне... вы кто? Не надо меня снимать, мы не в кино. Я имею право снимать вас. Вот вы на службе, а я имею право. Скажите, как ваша фамилия? Не надо. Фамилию скажите вашу. Не набрасываться надо. На меня я вам не позволю. Не вот и не набрасывайтесь, занимайтесь я своим делом. Вот я пришла к доктору. Я пришла к доктору. Все. Я пришла к доктору, а не к вам пришла. И я вам набрасываться на себя не позволю. Я вас не набрасываю. Набрасывайтесь не в очередной раз. Тут не раз так орали, что все люстры дрожали. Угу. Вот так вот, ага. Со мной не надо. Как ваша фамилия? У вас должен бэджик быть. Бэджик должен быть. Да, бэджик должен быть. Я справка за инвалида, вы хотите сказать? Мне третий раз к вам приходить теперь надо? В смысле? Я теперь не буду приходить. Я буду за каждым разом вас домой вызывать, потому что она имеет право, у нее ДЦП. Вот так вот. Вы теперь будете сами к нам ходить. Я больше к вам приходить не желаю тоже. Я третий не должен раз. Эти бумажечки носить. А кто должен носить? Никто. Вы должны приходить. А я прихожу. Надо... Я третий раз прихожу к вам за это. Справкой. Сука. Вот так. Третий раз прихожу за справкой. Так что думайте, что второй вы говорите, раз. Что... Третий. Второй. Я еще до этого приходила к вам, спрашивала нет, про справку. Нет. Вы с комиссией у нас дома были? Да, был. Вы видели состояние человека? Да видела все. Зачем вы это мне все рассказываете? Вы видели состояние человека? Убирайте. Не надо все. Мне хватать ничего. Мне хватать Мать. Не надо. Меня нельзя снимать. Посмотрите, еще меня бьет и дерется, не отталкивает. И вот буду каждый раз снимать. Пишите. Полиции, пишите. Да. Это вы на работе не имеете, а я имею. Да, а вы все имеете. Да, я имею. Да, и не надо на меня набрасываться. Имеете. Еще раз вам говорю, мне я не позволю нравится. Дом. Как я, что теперь сейчас мои такие действия? Что я сейчас должна сделать? Анализы вы поздавали? Все поздавали. У вас все должно прийти. Чего ж вы не смотрите? Что ж вы у меня спрашиваете? Я все поздавала, все у меня есть у вас. Вы даже не глядите, а уже начинаете что-то тут делать, меня куда-то посылать прямым текстом. Меня посылать не надо. Каким прямым текстом? Я вам еще раз говорю, что мне сейчас нужно сделать, чтобы получить эти справки. Вам говорите мне. Вам справочку мы напишем. Вот так. Вам сказано русским языком. Вот я не русская, скажите мне снова дала дом. И вот это еще. Вот, говорите мне, я сейчас сразу в прокуратуру пойду. Вам нужно взять Валерии справочку о том, что она на 2023 год не отказалась от любви. А как бы она отказывалась?